Добрый день, уважаемые трейдеры-инвесторы. Сегодня 24 февраля. Пятница. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании InstaForex, логотип которой, как обычно, вы наблюдаете у меня за спиной на ежедневной основе. Итак, итак, что у нас вчера отгремели некоторые новости, которые мы с вами обсудим, в том числе и на графиках. Давайте приступим, друзья мои. Так, перед вами э, мето, я извиняюсь, трейдер и котировки же золота, которые продолжают снижаться. Продолжают снижаться. Позавчера был классный такой шортовый бар, после которого сатката, золотишка, героически обновила минимум э, текущего месяца. И пока стоит на лоях. Напоминаю, что инструмент сугубо трендовый и может э, обновлять эти лоя бесконечное количество раз. А, к тому же, к тому же. Э, Сегодня, кстати, пачечка новостей в 16.30, ценовой индекс расходов на личное потребление и продажного жилья в 18.00. Если данные будут такие же зелененькие, как и вчера, то может все пойти по шортовому сценарию. А вчера у нас вышли ВВПшечка и число первичных заявок по безработице падает, падает. Вот, что показывает богатырскую силушку американской экономики. А вот падение ВВП не показывает богатырскую силушку, поэтому по большому счету эти новости немножко компенсировали друг друга и, ну, по большому счету, не дали такого прям сильного обвала на золото на фоне укрепления американского доллара. Но сегодня сегодня могут проясниться вечерние новости и, если они выйдут на зеленочке, то американский доллар будет продолжать укрепляться относительно и валют, и золота. Напоминаю, друзья мои, что золото торгуется за доллары. Поздравляю для кого эта новость. Пара евро-доллар, как и Вчера говорил ваш покорный, но, к сожалению, не всегда дальновидный аналитик, инструмент продолжает падать. А торговых сигналов вчера на падение, не на рост я не давал, не наблюдал, но говорил о том, что у, у евро-доллара очень много, аж целых две хороших целей на понижение. И если тренд запилился и такой вот стрях по тренду произошел, Вполне инструмент может аккуратненько снижаться, снижаться и снижаться, что может его установить? Естественно, новости и в фундаментальном плане, которое будет сегодня в 16:3018 по Москве, либо, либо какие-то магические уровни. А какие у нас есть магические уровни? У нас есть вот в этой зоне ну, как бы место для разворота. Вот. Ну и те, кто верит в такие места, ну, как минимум, еще 600 пунктов мы должны пройти что может быть, да, вот в этой зоне, вот в этой зоне мы можем упасть, отскочить, вот, отскочить, может быть здесь произойти разворотик, вот, если в этой зоне разворота резкого не будет, будет мега на торговка, тогда это все пойдет по захвату стопов, которые инструмент щедро оставил еще с конца прошлого года. Ну, примерно так. Поэтому вот этот сценарий меня больше сейчас интересует. Просто так здесь лонговать, тоже только с какими-то короткими целями. Что мне нравится в рамках нашей системы охоты за стопами и там импульсный метод торговли, либо работа на сломах тенденций, в том, что у нас довольно часто складываются такие ситуации, когда нету сигналов. Особенно, когда рынок идет в фазе тренда. Вот, то есть тренд, он не наш френд. Я думаю, вы это помните. Соответственно, складываются такие вот ситуации, когда просто нету сигналов. Вот. Почему я сейчас застраиваю на это внимание? У нас есть пару торговых чатов. Один, где мы обсуждаем торговые стратегии в рамках вот методов, которые я сейчас озвучиваю с клиентами Instaforex, а другой чат такой общий, где мы обсуждаем любые там вопросы по трейдингу. Кстати, ссылка на него есть по описанию под этим видео. Он бесплатный. И я наблюдаю просто, как люди там общаются, куда они смотрят, куда они торгуют, вот, куда они хотят торговать. И по большому счету ну, подтверждается мои многолетнее наблюдения о том, что у большинства трейдунишек, к сожалению, нет вообще никакой стратегии. То есть люди торгуют по интуиции, по хотелочкам, скачут между чатами различными, ищут там какие-то подсказочки, либо коррелирование этих подсказочек между разными чатами. Вот. Но каких-то четких прям э, таких вот э, системщиков в трейдинге ручном очень мало. Очень мало, и это не очень хорошо. Вот, поэтому есть куда расти. Э, я на самом деле сейчас ничего не продаю. Просто делюсь своими наблюдениями по, по поводу того, что вижу сейчас там в чате, где сидит там, уже под 300 человек. Э, Поэтому к чему я, собственно, говорю, к тому, что если сигналов нету в рамках вашей, естественно, самой лучшей торговой стратегии, то не нужно лезть в рынок, друзья мои, и пытаться найти подсказочки среди там коррелирующих инструментов. Вот по евро нету шортов, а по фунту есть. И евро и фунт, по большому счету, объединяет один и тот же американский. Доллар, друзья мои, инструменты уже давно потеряли свою самобытность и какие-то тренды у них, как правило, коррелируют друг с другом, но просто в разной волатильности. А поэтому, если вы э, не нашли качественных сигналов там, по евро, вот, искать их по фунту, либо доллар-иене, по большому счету, нет никакого смысла. Потому что вы в любом случае торгуете либо на укрепление американского доллара, либо на его ослабление. И это такая больше психологическая ловушка просто выискивание и выпрашивание сетапов в, э, среди инструментов, которые по большому счету очень похожи друг с другом и которые объединяют американский доллар. Но мы продолжаем фантазировать на графиках и переходим к паре доллар. Ваш покорный, но к сожалению не самый угадывающий движение аналитик э, рекомендовал, э, нет нам нельзя говорить рекомендовал, фантазировал по поводу шортов а, в конце прошлой и начале этой недели на основе недельного сетапа а, по паре фунт-доллар, который называется пин-бар, в данном случае в шортовой тенденции, к тому же еще и захватчик стопов соседней недели. Вот. И если вы прислушались к моим непутевым торговым и, а, фантазиям, да, да, то вы должны быть в плюсе уже, ну, хотя бы на 1000 пунктов. Вот. И перед вами открывается гигантские шартовые перспективы падения пары фунт доллар и собственно я это показывал на графике вполне вполне реально реально инструменту обновить как минимум лоя года лоя года вот они по котировочке 11840 вот это было бы классно вот это и это может произойти либо на, на крепком американском долларе, либо на слабом фунте, который может прослабнуть ну, из, на пути различных разногласий между Британией и Северной Ирландией в попытках договориться с Евросоюзом. И, кстати, в любой момент это может произойти, вот, и мы можем увидеть хорошие черные недельные свечульки, дорогие мои трейдунишки. Переходим к паре на фунт, вернее, доллар-иена. Доллар Я говорил о том, что очень хочется нашартюкать этот инструмент по самые Fibonacci, но пока еще рано. Пока еще рано. Тренд лонговый по доллар-иене продолжается, ничего пока здесь не меняется. Откат 50 по FIBA от мощнейшего падения инструмента, связанного с проделками куроды тоже никуда не делся, то есть инициатива есть, и внизу есть такие, на мой взгляд, место ликвидности покупателей, вот, которые через какое-то время рано либо поздно будет снята. А поиграть в такие шорты можно будет чуть повыше, вот, когда пройдет вот эта фаза укрепления американского доллара и пройдет она через кульминацию. Кульминация такие большие свечки, которые говорят, что уже все. Так, доллар-франк, доллар-франк, начиная от этого инструмента и дальше мы с вами рассматриваем сеточный метод торговли, вот инструмент подрастает, доллар подрастает, доллар-франк подрастает, ничего здесь пока не меняется, меня интересуют сетки по этому инструменту в рамках синих магических прямоугольников, которые прописались у меня на графике. Канадис Франк. Канадис Франк немножко поднимается, немножко поднимается. Я уже смотрю на него с юмором. Четвертый <laughs> месяц. Вот, уже скоро пятый пойдет. Это рекорд, это рекорд. Больше трех месяцев я не, не торчал в позициях. Вот, но такие времена. Рано или поздно он все равно отрастет. И свои 0.71 мы с вами заберем. Если кто еще не покупал этот инструмент, рекомендую присмотреться, раскинуть сетку лимитных покупок, начиная от текущей цены и ниже, с шагом. 500 пунктов по пятому знаку после запятой. Работать с этим инструментом рекомендую на счетах без начисления свопов, вообще без начисления свопов, по, естественно, моей партнерской ссылке с InstaForex. Которые находятся под этим видео, и вопросы, которые вы можете задать также внизу э, адрес почты и телеграм-чат. Так, э, канадз, э, японские истории. Канадец иена, Франк иена э, подрастают, подрастают, немножко корректируются. И, м -м, мне очень нравится идея набрать Франк ену выше хай текущего и даже прошлого года. Ну, вот, э, Инструмент очень здорово отрос, и при очередном перехае, я думаю, даст существенные коррекции, на которые мы можем с вами подзаработать денежек. Аудикат подваливает, подваливает, молодец. Будем встречать его внизу хотя бы, хотя бы через э, 1700 пунктов. Пока здесь он опасный. Так, что касается новозеландца, новозеландца канадца, тоже, тоже пока спит. Напоминаю, если вы набирали шарты, по большому счету, если вы хотите освободить маржу, можете скинуть эти шарты в ноль, либо даже в небольшой плюс по текущим ценам. Если вы Амбициозный тридунишка, держите до зеркального уровня, который показан у меня на графике синим прямоугольником на уровне 0.83, не знаю, 300 примерно. Так, новозеландец франк, новозеландец франк корректируется, но пока еще не зашел в наши ловушки, щедро разбросаны лимитными ордерами так австралиец новозеландец тоже подваливает но эта зона нас пока не тревожит нефть кто следует моим непутевым торговым заметкам те вчера должны были купить нефть от слома который я указывал еще несколько недель назад друзья мои если вы это сделали то могли быть уже в плюсе на целых 2 доллара 2 доллара это немало относительно вашего 4 долларового депозита так, что касается Бетховена. Бетховен спит на хаях, вообще замерз, наверное, испытывает трейдерское терпение. Вот, недельный таймфрейм пока вот так. Ничего не понятно, поэтому не будем трогать этот инструмент. Доллар-рубль, доллар продолжает укрепляться относительно рубля. Ну, по большому счету, он укрепляется сейчас ко всем валютам, но к рублю он любит это делать с особым рвением. Так, американская фонда S&P NASDAQ, S&P NASDAQ подваливают, подваливают вчера новости, по большому счету вышли нейтральные, то есть одна хорошая, одна плохая, смотрим сегодня, какие будут вечерние новости, будут ли они коррелировать друг с другом по хотя бы одноцвету. Так, что касается Дакса-Стокса, Дакса-Стокса чувствует себя неуверенно на хаях. Напоминаю, что оба инструмента европейских торчат на исторических хаях, исторических. А Фуцик вообще победил хая. Я вчера скидывал. А давайте, где наши индексы, индексы. Так, Стоксы, Шмоксы. Так, индексы. Вот смотрите, где-то Фуцик, дорогой. А почему никого? Новое окно. Индексы. Так, FTSE. А что? А, вот он рядом стоит. А смотрите, что, вообще просто какое-то. Вакха... бычье вакханалия какая-то. Ну, возможно, ложный пробой. Обратите внимание, почти. Почти 8 косарей тестил. Смотрите, и на восьмерочке кто-то фиксанулся, и шмяк. Вообще невероятные. Просто невероятные хая. Если бы это был какой-то вот Сеточный инструмент, конечно, я бы набирал Набирал, возможно, конечно А, причем он, он переписал его Уже не первый раз Да, я его, кстати, подзабил на него Он еще В, что, ну, в декабре переписал Это просто, просто дичь Какая-то дичь Хорошо, я успел его скинуть на вот этом обновлении Вот и не стал держать дальше Ну, как-то так Вот такие вот футики, друзья мои Присутствуют на рынках ну вот, уже он, британский индекс обогнал там S&P, NASDAQ, и DAX, и STOX, все вместе взятое. Невероятно. Так, что у нас? Э, индекс доллара, видите, да, какая печаль индекс доллара э, нереально укрепляется, очень четкая структура, сломили все, что только можно, были такие пин-бары, мы брали фактически то же самое через доллар-иену, а это фактически тот же самый индекс доллара, потому что в доллар-иене доллар находится в качестве базовой валюты, поздравляю для тех, кого это новость. Так, переходим к опасным кроссам еврокады и еврофранки, пока вне зоны наших интересов. И самый интересный инструмент на сегодняшний день это, друзья мои, газ. Газ и газ начал подрастать подрастать и опять что-то ничего не открывается давайте его найдем блин надо почистить терминал что такой бардак у меня здесь газ начал подрастать немножко вырос опускался он в моменте в моменте ниже 2 долларов сейчас стоит 230 230 я хочу по три с половиной в принципе, те, кто с сеточкой работает, уже у вас могут быть какие-то такие плюсики. плюсики. Холодно? Холодно. Вполне может на, на этом отыграть. Ну, как минимум здесь пофлетить и вывести ваши сеточки в плюс. Так, давайте посмотрим ответы на вопросы на YouTube-канале по вчерашнему видео. Вообще 505 просмотров, меня вообще никто не смотрит. Наверное, вчера все бух... отмечали День Советской Армии. Так, Аркадий Иванов, НФП, НФП даст дрозда на разворот. Нонфармы, да? Нонфармы. И когда у нас нон-фармы? А нонфармы у нас на следующей неделе. Может быть, может, да. Так ядов на хорошо волатильность волатилит волатилит ну мы ее разбирали недавно яда фунт аудио фунт НЗД, хороший стоп на продаже в цели хорошие откатные в рамках какого метода пишите что вы имеете в виду так, Николай, могут, могут доллар и иену поднять, политика банка Японии ФРС думал уже в 130 в шорт, но теперь нет, 135 начал продавать, еле двигается и значит не хочет идти. Николай, ну выступили сегодня японцы, ну и ничего по большому счету не изменилось. Как, как, как инструмент шел по фазе укрепления американского доллара, так и идет. План на шорты чуть повыше, чуть повыше с отката от мощнейшей вот этой вот месячной шортовой инициативы. На мой сугубо некомпетентный взгляд. Напоминаю, что под каждым видео с моим участием есть группа ссылок, с помощью которых, с помощью которых вы можете существенно сократить свои издержки в торговле, вот, торговать без свопов, вообще без свопов, бессрочно, бесконечно, и легко, как это сделать, просто открыть счет по моей партнерской ссылке в InstaForex и написать мне в телеграм-чат, что вы это произвели. И пополнить счет от 500 долларов. Вот. А 1000 вам будут доступны ультраспреды на InstaForex, очень маленькие спреды по моей партнерской программе. Если у вас есть вопросы, они у вас есть, пишите их вот в этом чате. Это открытый телеграм-чат, либо на почту, которая находится под моим видео. Так, сегодня я буду писать мастер-класс по разбору сделок одного очень интересного трейдера, который использовал метод импульсный метод торговли вместо охоты за стопами на красах. И у него довольно любопытные результаты. Вот сегодня постараюсь успеть это все выложить. На этом у меня все. Понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии. И до встречи в понедельник утром на очередном обзоре рынка Форекс. Всем пока.